ЮВЖД, тяжелый поворот, мы там не повернем в него. А там мы все уедем. Алло, Леш, знаешь что, едем по прямой, не будем возле ЮВЖД поворачивать, потому что там тяжелый левый поворот. Там мы все не проскочим. Поедем прямо и потом там по Урицкого на проспект Труда. Ага, все, давай. По прямой, не будем возле ЮВЖД левый поворот делать, он сложный. За мной, короче, езжай и все, а там все остальные тоже поедут. Ага, давай. Просто чтобы типа от Лихановской тут не проехали. Как орать, мы там фон тоже на Кольцовской. Все, чтобы назад там проехали. Красавец, да. Старенький. Вообще старый машина, обожаю. Тоже пацан стоял такой, кулак, ну, по нашу поддержку видел, да? Да. Да? Отлично. Да, нас с флагами не заметишь. Ну, колонны. И Димку с дудкой, больше второй такой нету, не вот здесь, ни у кого длинный. Так, остальные там едут, я три флага вижу только. Не знаю, дальше вот там где-то флаги будут. Есть, да? Надо останавливаться, ждать. Здесь вот эти стоят, гаврики. Еще нам их проехать, потому что они могут звонить друг другу, понимаешь, по рации. Скажут, колонна там с флагами, мало ли там, какой-то дурик там нет. Хотя они все такие на тормозах, блин, что пока они там что-то согласуют, что делать. Мы уже весь город обнесемся. А получается, я не знаю, вот этой вот одной машины нету какая-то там. Какой нету? Да все должны быть. Ну, четыре флага я вижу, значит там и пятый есть.